В дежурную часть отдела полиции Ленинска-Кузнецкого обратился местный житель, который сообщил, что неизвестный похитил его металлическую печь. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Он стал фигурантом уголовного дела. Полицейские выяснили, что злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник на территорию частного дома, похитил печь и сдал ее в пункт приема металлолома. Вырученные деньги он потратил на алкоголь. Сумма ущерба составила 8 000 рублей. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания 5 лет лишения свободы.